Сегодня мы призываем Фредди Крюгера! Господи, нет, только не это, Фредди Крюгер! Что там от меня? Ну, а тебе, как тебе такое, Фредди Крюгер? Чёрт, о, господи, Бонда, я его скинул, вы это слышите? Черт, посмотрите! Давайте вырастить его маску супербонда! Черт, варенье, при меня зовут Царки, унеси просто сразу же! При подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супербонду! Ведь при дреме супербонда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! Я как вижу, прочим, уже не нравится быть под нами! Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть самой сильной банде на ютубе в супербонде! Да и просто сегодня у нас необычное видео, потому что сегодня мы призываем Фредди Крюгера! И Бонда, я попытаюсь снять с него маску. Да, ходит легенда, что у него полностью обожженное лицо. И оно полностью в шрамах Бонды, мы это видели. Но мне почему-то в это не верится, мне кажется, что это все маска. Именно поэтому сегодня я хочу призвать Фредди Крюгера и по возможности снять с него маску. И возможно сегодня Supreme Банда мы впервые увидим настоящее лицо Фредди Крюгера. Это будет просто легендарно, Банда, потому что раньше такого никто не делал. И бро, как видите, сегодня я сам, Настя со мной нету, все потому что уже раньше я вызывал Джейсона Воркиса. И мы снимали из него ту самую легендарную маску. И увидели настоящее лицо Джейсона. Но, Банда, все обошлось не так гладко, как хотелось, потому что погибла одна из моих подруг, Вероника. Та самая девушка, которую мы купили в Даркнете. К сожалению, Банда, она все еще в больнице, не знаю, что с ней будет. Ее состояние очень тяжелое. А все из-за того, что на нее напал Джейсон Воркис. И просто сломал ей шею, Банда. Это просто ужасно, не знаю, что делать. Тем не менее, Банда, я решил не испытывать снова свою судьбу. И в этот раз я не позвал Настю. Попробую как-то сам с ней справиться. Потому что это тоже опасный маньяк, и он тоже может сделать ужасное с Настей. А я этого очень не хочу, Банда, и вы тоже не хотите. Эй, бро, Вероника все еще в больнице. Давайте наберем на это видео 10 тысяч лайков. И тогда Вероника, возможно, быстрее выздоровеет. Тем не менее, ей будет очень приятно, если вы наберете 10 тысяч лайков, Supreme Банда. Именно поэтому, Банда, допускайся ниже, жми свой царский лайк. И за 10 тысяч лайков я, возможно, сниму маску с Вероники. Конечно, если она выздоровеет. Эй, бро, чтобы призвать Фредди Крюгера, нам нужно дождаться 3 часа ночи. Потому что только в 3 часа ночи он отвечает на звонки. Именно поэтому, бро, мы идем в 3 часа ночи и звоним Фредди Крюгеру. Погнали! Окей, Supreme Банда, вам ни капли не послышалось. Мы реально сегодня будем звонить Фредди Крюгеру, самому настоящему этому маньяку. И не просто звонить, Банда, чтобы с ним поболтать. Сегодня я хочу на него как-то набыковать, чтобы на меня разозлился. И потом пришел в мой дом, чтобы меня убить. И тогда, Банда, я очень надеюсь, что я сниму с него маску. Возможно, он меня не убьет и все пройдет более-менее гладко. Я просто сниму с него маску и все. Окей, Банда, часах 3 часа ночи, 3:08. Видите, реально самое время звонить Фредди Крюгеру. Так, я купил его настоящий номер. Это реально была жестко, Банда. Окей, Банда, гляньте, тут у меня настоящий номер Фредди Крюгера, просто гляньте, видите это? Окей, Supreme Банда, гляньте, создавайте глаза, я реально наберу этот номер, черт! Просто посмотрите, нажимаю вызов, Банда, видите это, черт! Я раньше набираю этот номер, Supreme Банда, господи, окей, что чтобы не дальше! О, господи, Банда, что это, видите, черт! Господи, Банда, посмотрите, это же Фредди Крюгер, вы это видите? Что ж, Сергеонис, какие люди? Джейсон Воркис рассказывал, как убил твою подружку. О, черт, он знает об этом, Supreme Банда! Это слышите, Банда, Джейсон Воркис общается с Фредди Крюгером! Это просто жесть! Эй, Фредди Крюгер, Джейсон Воркис намного сильнее тебя! Ты просто слабак по сравнению с ним! Ты бы ничего не сделал с Вероникой, ты бы просто ушел! Господи! О чем ты говоришь, Джейсон Воркис слабее меня? Я бы твою подружку сразу же прикончил! Ты ничего не сделаешь, ты слабак, Фредди Крюгер! Ты просто ничто! Ты просто ноль! Что за бред? Если ты такой смелый, то я тебя запросто убью! Ходи! Не бойся, иначе я тебя просто-запросто проткну своей перчаткой. О, господи, что происходит, Банда, вы это видите, черт! Ты никто, Фредди Крюгер, я просто тебя уничтожу, приходи, если тебе не слабо. Еще посмотрим, кто тут главнее, Сергеонис. Давай, Фредди Крюгер, еще посмотрим, кто из нас сильнее. Я просто тебя уничтожу, тебе это ясно. Ты просто, ну, для твоего лица очень страшно, ты никому не нужен. Я уже выхожу, тебе конец, ты меня понял. О, черт, Supreme Банда, вы это слышали, Фредди Крюгер сказал, что он за мной вышел и уже отключился. О, господи, я реально не буду. Банда, у меня получилось! Он реально теперь придет в мой дом! Господи, Банда, он меня просто убьет! Я не знаю, что это будет! Хотя я очень надеюсь, что мне получится снять с него маску! Тем не менее, Банда, вы видели, Фредди Крюгер существует в реальной жизни! И он даже общается с Джейсоном Воркисом! Это просто жесть, Supreme Банда, мне все очень в это не верится! Тем не менее, бро, мы ждем, что будет дальше, надеюсь, Фредди Крюгер реально сюда придет! Окей, Supreme Банда, я не знаю, что делать, уже прошло около 15 минут, а Фредди Крюгера все еще нету. Что если он уже в моем доме, что если он уже на меня охотится? Это просто жесть, Банда, я просто не знаю, что делать, господи. Окей, вы любите, где не видно? О, черт, Supreme Банда, посмотрите, это же он. Это видите, это реальный Фредди Крюгер, господи. Это просто жесть, мне в это не верит, он реально пришел, гляньте. О, черт, куда он ушел, вы это видите, Банда, черт. Это просто жесть, тем не менее, давайте спрячемся. В этой видео это был реальный Фредди Крюгер, господи. Мне прям это не верится, Supreme Банда, он реально пришел. Господи.
Господи, Бода, неужели он зашел? Черт! Это просто жесть. Гляньте! Эй, ну что, где ты? Теперь ты не такой смелый, блядь, и сада! Мне это не помешает, я все равно тебя найду! Господи, это просто жесть, судьба, Бода, мне в это не верится. Он реально в Ютубе, гляньте. Он реально здесь, вы это видите, Бода. Эй, мальчишка, выходи, не прячься, ты же был такой смелый! У тебя сейчас вся твоя смелость! Черт поди, ты мне реально два прям не по себе, господи! Окей, чтобы не на себе, просто не верится это! Где это уйти отсюда, Фредди Крюгер? О, господи, просто посмотрите на него! Он реально живой! О, господи, это жесть! Нет, отстаньте меня, пошути! Вот это просто жесть! Гляньте на него! Он реально живой, господи, нет! О, черт, уйди отсюда! О, господи, нет, уйди отсюда, черт! Господи, только нет, это супрепод! Он реально Фредди Крюгер, вы это видите, господи! О, господи, вот это просто жесть! Гляньте! Это реально Фредди Крюгер, я не мог спрятаться на балконе! Мне прям это не верится! Супрепанда! О, черт, он уже здесь, гляньте, Фредди Крюгер реально пришел! О, господи, меня просто убьет Супрепанда, мне в это не верится! Я не знаю, что делать, господи! Гляньте, он просто там ходит, вы это видите? Черт, Супрепанда! Я без понятия, что будет дальше! Мне прям это не верится! Что происходит? Куда он делся? Вы видите, он уже здесь нету, господи, куда он? О, черт, только не это, неужели он пропал, бандиты, неужели он просто ушел? О, господи, черт, гляньте, его нигде нету, видите, это бандиты! Неужели он просто ушел? Получается, как только он меня потерял с виду, он просто ушел! Господи, его нигде нету, Супрепанда, я в шоке! Господи, бандиты, окей, нельзя терять времени! Нужно поскорее отсюда уходить, а то он может вернуться, и тогда меня просто убить! Господи, Бода, скорее, черт, нужно поскорее отсюда уходить, это просто жесть! Блядь, ты меня не заспил, реально, Фредди Крюгер! О, господи, окей, уходим, Супрепанда! Черт, это просто жесть! И скорее уходим, Супрепанда, нужно быстрее отсюда валить! Это просто жесть, мне реально, это не по себе, Супрепанда, здесь был реально, Фредди Крюгер, окей, вот ты скорее! О, господи, давай же скорее открывайся, почему не открывайся, Супрепанда? О, черт, наконец-то! О, господи, нет, только не это, Фредди Крюгер, черт, отстанет меня! О, господи, нет, отстань, черт, скорее, пришли бандиты! О, господи, только не это, господи! О, черт, о, господи, он за мной все еще бежит, господи, нет, отстанет меня, черт! Это просто жесть, вы это видите, господи, черт, скорее, я забегаю в квартиру! О, господи, Супрепанда, это просто жесть, ты был реально, Фредди Крюгер, вы это видели, господи! Черт, посмотрите, это он! Да вы это видите, Бода, он реально уже пришел сюда! Это жесть, бандиты, мне прям этого не по себе, господи! Черт, как же это стрёмно, вы просто гляньте, это он дергает ручку! О, господи, нет, только нет, нужно скорее куда-то спрятаться! Черт, Бода, скорее на балкон! О, господи, нет, только не это! О, господи, он уже в квартире, вы это видите? Нет, отстань от меня! О, черт, только не это, Супрепанда, Фредди Крюгер вошел, вы это видите? О, господи, черт! Я что, я же твой мальчишка? О, черт, нет, отстань, просто гляньте на это! О, тебе! О, господи, что с тобой не так, ты грёбаный Фредди Крюгер? О, господи, но! Пусти меня! Да не лезь, не дрыгайся, скорее выбежишь отсюда! Пусти меня, ты грёбаный! О, черт, нет, что ты делаешь, останет меня! О, господи, нет, только не это! Получай, мальчишка, отвечай за свои слова, чтобы узнал, как такое говорить! Пипанда! О, черт! На тебе, как тебе такое, Фредди Крюгер? О, господи, получай! Господи, на тебе, получай, черт! О, господи, ты просто жесть, Супрепанда, гляньте! Отпусти меня! Черт, пусти меня, не хочу падать! О, господи, Бода, я его скинул, вы это слышите? Господи, это он, дети, это просто жесть! Вы это видели? О, господи, я его реально сбросил с 15 этажа! Это был настоящий Фредди Крюгер, господи! Окей, нужно быстрее за ним бежать, нужно скорее снять ему маску! Это просто жесть, мне все очень в это не верится, бандиты! Господи, я реально сбросил настоящего Фредди Крюгера с нашего этажа, с 15 этажа! Он тоже там разбился, Бода! Тем не менее, нужно скорее бежать за ним, чтобы снять с него маску! И, возможно, сейчас мы увидим настоящее его лицо! Господи, Супрепанда, это просто жесть! Вы это видели, Джейсон Бургер реально выпал из окна! О, господи, я реально в шоке! У меня никогда раньше такого не было! Это реально жесть, бандиты! Черт, что будет дальше? Просто жесть! Сейчас мы уже поскорее опустимся ниже и посмотрим его настоящее лицо! О, черт! Мне прям в это не верится, Банда! Я реально в шоке! Окей, скорее, Супрепанда, едем! Я реально только что сбросил Джейсона Бургера с 15 этажа! Господи, мне прям в это не верится, бандиты! Окей, брат, нужно скорее сюда опуститься, чтобы охранник его не заметил! Это реально шутка, бандиты, что если Джейсон Бургер сейчас просто убежит? Что если он бессмертный, Банда, мне просто в это не верится! Окей, мы едем, Супрепанда, просто уже поскорее, уже 12 этаж! Окей, встретимся с вами через секунду, бандиты, когда я уже буду около Джейсона! Господи, это просто жесть!
О, господи, Супербанда, где он? Черт, посмотрите! Он же здесь, он реально упал! Жесть, это же реально Фредди Крюгер, скорее, Супербанда! О, господи, я в шоке, просто гляньте, он лежит здесь, черт! Он упал на 10 этажа, видите? Это жесть, бандит, я реально в шоке, эй, ты как? О, черт, гляньте, это реально он, давайте вырастить его маску, Супербанда! Нет, стойте, погодите, что? Что это значит, бандиты? О, господи, только не это! Это настоящее лицо! Это просто жесть, как ток, Супербанда, мне прям это не верится! О, черт, я в шоке, давай, ну же! Это реально лицо Супербанда, я не могу его никак снять! Эй, Фредди! О, черт, это был реально Фредди Крюгер, Супербанда, я в шоке! Господи, просто жесть, эй, Фредди, ты как? Черт, я его вырубил! Господи, Банда, это реально жесть, мне прям это не верится! Я реально в шоке, вы видели? И у него на самом деле не маска, это его настоящее лицо, я просто в шоке! Хотя, погодите, что если эту маску он просто приклеил себе суперклеем, чтобы никто никогда не снял? Тем не менее, Банда, вы сами видели, я не смог никак снять маску, потому что она реально как настоящее лицо Джейсона Вурхиса! Это реально жесть, Банда, это мне реально не по себе! Тем не менее, пропиши в комментариях, с кого ты еще хотел, чтобы я снял маску! Возможно, именно по твоему комментарию я сниму следующую маску с какого-то монстра! Именно поэтому, бандит, опускайся ниже и пиши в комментариях, с кого ты еще хотел, чтобы я снял маску! Эй, бро, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков! И тогда я сниму маску своей девушки, Даркнета, с Вероники! Я очень надеюсь, что она уже поскорее выздоровеет! Тем не менее, бро, вот комменты из-за прошлого видео! Господи, какие они шикарные! Просто идеальнейшие комментарии! И бро, знаешь что, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь что тебе нужно, это опуститься ниже! Нажав на свой лайк, колокольчик и все, бро, ты уже в моем новом видео! Лайк, колокол, коммент именно в моем видео, бандит! Так что давай опускайся ниже, пиши свой комментарий! Эй, бро, помни одно, оставайся такими шикарными! Пока!